ребята, начинаем занятие с ходьбы на месте. Выпрямитесь шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потянитесь. Опустите голову. Вдохните. Выдохните. И последний раз. Потянитесь. Опустите руки. Левую ногу вперед поднять. Опустить. Правую. Опустить. Присесть. Встать. Присесть. Встать. Раз. Два. Три. Четыре. Вперед на пояс, вперед на пояс. Левую ногу поднять, опустить, правую опустить, присесть, встать, присесть, встать. Пояс. Делаем два прыжка на левой ноге, два на правой. Внимание! Начали!
Thank you.
Thank you.
Таблицу умножением без ошибок надо знать. Делать правильно сложением и делить и вычитать. Сколько будет шестью шесть? 36. Сколько будет шестью семь? 37. И труда не станешь умным никогда. Без конца зубрить таблицу, на вопросы отвечать, все учиться и учиться. А когда же отдыхать? Вот, когда ты будешь знать, сколько будет пятью пять? 25. Сколько будет пятью шесть? 26. Его ответ прошу учесть. Исправлюсь, обещаю, больше вас не подведу. Будешь вовремя вставать. Конечно! Будешь дома помогать. А как же? Лень, забудешь ли свою? Я же слово вам даю. А над лентяями, друзья, сама смеяться буду я. И скажу я леже боком, чтоб голов не получать, надо в классе на уроках даром время не терять. Правильно. Каждым часом дорожить. С арифметикой дружить. Без подсказок отвечать на 4 и на 5. Правильно. За всех ребят болеть готов ваш верный друг Олег. Ha 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 ha!